Здравствуйте. Участок на общей территории 2 га. Значит, к участку подходит свет по границе, вода, новые дороги. Будет территория огороженная, будет управляющая компания. Если вы хотите сдавать свой домик или там гостевые дома в период тогда, когда вас не будет, будем сдавать. Вот. Значит, будут сейчас апартаменты примут, будем апартаменты строить на территории. Значит, свой бассейн подогреваемый, потому что, ну, жить будем и зимой, и летом. Ну, в основном все русские. Значит, оформляем на русских, ну, потому что сообщество «Русская деревня» — это для тех, кто понимает, что это действительно деревня, где спокойно, уютно, тепло, и никто тебя никак не побеспокоит. Вот. Если у вас есть вопросы, давайте можем связаться по телефону, можете позвонить, или давайте я вам напишу свой номер. Но я сейчас в Абхазии, выезжаю сегодня в Россию. Вы в Абхазии или в России?